Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру «Властелин колец. Средиземья. Вторая часть». Ну, это нам рассказывают якобы предысторию или то, что мы успели уже сделать. Толком я не понял. Да это и не суть важно. Блин, как же я хочу вот этот наездник на драконах выучить, чтобы можно было летать и жарить их огнем. Так, вот здесь мы с вами остановились. Давайте-ка посмотрим по карте, что нам здесь доступно. Убрать маркер. Так, мы с вами где вообще находимся? Вот здесь. Значит, у нас рядом Итильдин. Можно, в принципе, его открыть. Потом сходить, взять пропавший артефакт. А здесь у нас поставить маркер. Вспомнить, как Кельбримбор сеял страх в рядах своих врагов, вторгшись в Мордор. Ну, не знаю, не знаю. Это потом уже. Давайте вначале Итильдин все-таки возьмем. Так, это в какой он у нас стороне находится? Ага. А, тут недалеко. Поехали. Даже не бубни мне там. Так. Черт, заметил меня, гад. Я думал, что здесь никого нету. Вали нахрен. Так, давай с тобой покончим. Что ты, что ты? Блин, он еще и подмогу позвал, а? Вот упырь. Черт, набежал архаровцев, а? Ну-ка, давай-ка казним. Готов. Что такое? Слушайте, я помню в первой части, когда они поднимали тревогу, они просто без конца здесь бежали. Тут как-то с этим делом попроще. Так, мне нужен Итильдин. Вот он, здесь находится, походу. Слушайте, это надо нам вот так вот заходить, да. Ну что же, давайте тогда, я уже забыл, так, левый контур. И соединяем записи. Фокусируем, так сказать. Ну вот, Жени, что вам не нравится? Я все прекрасно вижу. Даже... О! Чего он там пробубнил, я так и не понял. Ладно, берем с вами следующую цель. Давайте заберем вот этот, наверное, артефакт. Он тоже здесь недалеко где-то должен быть. Как раз по уровню нашего движения. Так, вы мне здесь не нужны, не мешайте мне. Оу, тут обрыв. Да что ты будешь делать-то? Все это дело надо бежать. Заткнись там нафиг. Не до тебя сейчас. Ага, вот у нас здесь и артефакт. Забираем. И тут какой-то манускрипт. Что он скажет? Структура гондорской армии. От генерала до мечника. Эту структуру орки разрушают сразу же, как только вступят в Гондор. Понятно. Понятно, что ни хрена не понятно. Какая-то структура. Следующим у нас будет... Слушайте, а вот это что такое у нас? Может быть, нам лучше сюда сбегать? Так, буйство. Давайте-ка так сделаем. Мы там зачистим с вами все, и нам будет немножко проще. Нам не придется возвращаться обратно. Так, давайте-ка сбегаем туда. На этих охламонов, я думаю, внимания мы пока не будем обращать. По-быстренькому здесь все это пробежим. Меня здесь нет. Вам показалось. Так, запрыгиваем. Пока, родной мой. Привет тебе с того света. Прибежали, а. Хрен догоните, называется.
Оу, не-не-не-не-не-не-не, только не вот эти, только не эти. Неохота мне с ними драться. А вот это что-то новенькое. Начать задание, Афадат. Давайте, ребят, посмотрим, что здесь такое. Ага, воспоминания. Ну, давай, начнем. Ого. Афадат, добродетель послушания. Тогда как и сейчас, для... чтобы создать свою армию, нужно было поразить орков демонстрацией силы. Этой силы стало кольцо всевластия. Так, скрытые убийства сверху верхом на Карагоре. Избежать обнаружения. Здорово, как я на этом псе, извините меня, буду скрытно убивать? Хорошо, мы одного шлепнули, а дальше-то что? Слушайте, может быть мне спрыгнуть? Куда ты спрыгнул-то? Мышь какая-то тут бегает еще. Ух ты, гад. Недобитый, а? Спешится. Дайте-ка мне спешиться. Блин, так тут верхом надо, ё-моё. Так, лучник здесь у нас находится, да? Надо будет сейчас его... Да, я туда подняться даже не могу. Ну вот как вот я должен их скрытно убить? Вот что меня интересует. Ну ладно, этого мы шлепнули. И этого. А, ребята, это дополнительное задание. Основное-то у нас победить 10 уруков. Ладно, фиг с ним, давайте просто победим. Не будем мы эти скрытые убийства делать. Привет. И пока. Где-то еще, ага, вот он. Че ты ищешь, не меня ли ты там, братан, потерял? Еще один где-то здесь, блин, как мне до него добраться? Что ты тут присел? Последний. Последний остался, ну я его, а, вон он. Вон он, ребята, где-то здесь. Как я туда должен добраться? Вот в чем вопрос. Хм, интересно. Ну, я сомневаюсь, что мы по этой канатке сможем пройтись. Тем более на Каргаре этом. Хотя кто... А, вот, можно перепрыгнуть. Пока. Задание выполнено. 500 монет. Все. Орки Мордора повинуются только силе и больше ничему. Это справедливо и для гномов с людьми. Хотя те убеждают, что честь или возмездие, короче, понятно. 300 футов. Кто это тут бегает у нас? Че они там разбуянились-то, эй? Ладно, побежим. По-быстренькому, пока никто тут нас не видит. Как говорится, втихаря. Опа-на, следующее задание. Буйство. Выманьте вождя, выпустив его Карагоров из клеток. Ну, я думаю, что... Ага, мы сейчас, значит, выпустим Карагоров. Еще плюс при этом надо будет драться с ним. Выпусти Карагоров из клеток, и вскоре к нам выйдет и сам вождь. И Карагоры тут выйдут, елки-палки. Сломлен. Его можно взять, кстати, ребята. Ну-ка, повинуйся.
Открыть клетки с карагорами. 3. И 3 убийства выстрелом в голову. Что ты тут надзиратель, а? За своими рабами смотришь. Три клеточки, значит, нужно. Давай, поднимайся. Чуп не можешь запрыгнуть-то, а? Сейчас будет резня, ребята. Призываем еще одного карагора себе на помощь. Ух ты, ничего себе. Ты посмотри. Прибежали, а? Давай, 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 бомби его. Тут еще и щитоносец, что ли, точно. Дело дрянь. Блин, у меня здоровья-то совсем не осталось. Куда ты поскакал, а? О-оу, вот это плохо, ребята. Моего карагора подбили. Нафиг надо сматываться отсюда. Сейчас запрыгнем где-нибудь и отсидимся маленько. В идеале бы еще жизни подкрепить. Ух ты, там еще и топорами бросается. Да пошел ты отсюда. Еще орет тут мне что-то. Ну что, нравится тебе, урод? Давай, давай, успей добить. Хрен там, не успели, ни шиша. Что-то вас тут, ребят, дофига собралось-то, а? Вам не кажется так? Нафиг надо сматываться отсюда, это не дело. На-ка. Выкуси и получи. Такие жирные, сочные, мясистые орки. Пора бы его, наверное, шлепнуть. Ух ты, только ручки отлетели. У меня задание вообще-то открыть 3 клетки карагоров. А я тут такую панику навел, что ё-моё. Где клетки? Клетки помечены. Ну давай ты поднимайся, ё-моё. Уху! Акробатикус. Лети отсюда. Так, одного карагора вижу. Выходи. Так, еще, значит, одну клеточку нужно открыть, точнее, две. Вторая открыта. И сейчас еще выйдет босс. Тука, собиратель трофеев. Карагоры носятся как безумные. Верните их в клетки, а хлыст приберегите для того, кто их освободил. То есть для меня, что ли, вы хотите сказать? Хорошо, вы пока занимаетесь карагорами, а я пойду к вождю сбегаю. Шикарно. Иди сюда, олух. Так, их тут что, двое, что ли, нет? Я урок из уроков. И вот я здесь, жду тебя. Точно их тут двое. А нет, это просто щитоносец. Да нет, нифига, это не просто щитоносец.
Босс, блин. Нафиг, нафиг, будем здесь пока с вами стоять. Иди отсюда, тебе здесь не место. И тебе здесь не рады. Опа, босяра даже сюда забрался. Надо зачистить, ребята. Твои удары мне не страшны. Моя защита не подвела меня в бесчисленном множестве битв. Вот это уже плохо. С двоими я вряд ли справлюсь. Так, ну-ка давайте-ка попробуем кого-нибудь накумарить. Накумарил, блин, у меня стрел даже нету. Сижу тут, целюсь. Ну чё, иди сюда, хламон. Так, один прибыл. Давай, дуй отсюда. А вот и боссик. И второй, кстати, там тоже хочет ко мне присоединиться. Ну давай, осталось-то маляка. А, как всегда, переключается на того, кого не нужно. Один готов. Все, ребята, сматываемся, очень мало хп. Защита крепости ослабла. Победа над этим вождем нейтрализована. Ядовитые осадные звери. Хе-хе-хе. Ну что же, это только на руку мне. Но все равно сматываться надо. В ужасе. Слушайте, у меня же мало хп. Че я тут дерусь-то с ним? Надо восстановить житухи. Вот это вот хламона сейчас. Куда он убежал? Иди сюда, гнида. Отлично, и добиваем. Это раб у нас, походу, дела. Все, хпшки восстановлены. Теперь Дудс Стена сбежал. Гнида, а? Это который был в ужасе. Так, хорошо, смотрим следующее задание. Вот он и Тильдан. Нужно нам его активировать. До свидания, родной мой. Вот здесь, где-то недалеко уже. Неужели на этом здании? Точно, где-то здесь, ребята. Так, мы здесь с вами были. Вот он. Спрыгивай давай отсюда. Ну что же, приступаем опять к расшифровке. Готово. Следующее задание выбираем. Поставить маркер. Пойдемте ставить маркер. Зацепляемся. Блин, сколько здесь лучников-то, а? Меня нету здесь, я пробегаю мимо. Я невидимка. Ага, значит, разрушаем статую Саурона. Это я обожаю делать. Бинго! Племя тьмы лишилось монумента. И последнее задание здесь у нас — это пропавший артефакт. Идем к нему, ребят. Блин, у меня, видите, игра рендерится и, по ходу дела, подтормаживает. Так, поднимаемся. Ну, здесь, понятное дело, перепрыгивать. Нам придется подниматься на самую высь. Слушайте, такое ощущение, что я в логово сейчас к ним иду. Иди отсюда, я тебя трогать не буду, раб несчастный.
еще выше. Кого тут только нету. В клетках держат они, а? Ну давай, 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 поднимайся. Вон он лежит. Понял, давайте туда прыгаем. Получаем с вами артефакт. Какое-то кольцо. Что вы нам скажете про колечко, про это? Кольцо Нумерона и искусство изготовлено по людским меркам. Кольцо Нумерона. Хорошо. Здесь мы с вами все сделали. Нам остается вот тут допройти. Застава Гашгуми Кадума. Наверное, мы сейчас с вами вот сюда рванем. Возьмем артефакт, потом вот здесь. И тут, наверное, добьем, да? Я единственное, что не помню, ребята, как мне покинуть, например, эту локацию и перейти на другую карту. Забыл, черт подери. Так, ладно, бежим. Блин, 2000 футов. Не близко. Далеко не близко. Фига ты у меня попрыгун-то, однако, а? Я просто завидую твоей прыткости. Юху! Прям, блин, жесть какая-то. Да хорош там бубнить. 1500 футов осталось. Да-да-да-да-да, вам показалось. Ну давай ты прыгай, ты уже хорош выделываться. Так, тихо, это на Карагорах идут. С ними мне неохота пока сталкиваться. Пускай проходят. Это, как говорится, на дорожку мы его грохнем. Что-то не получилось у меня втихую его зашибить. Но это и не важно. Ё-моё, куда я прыгаю-то? Черт подери, просекли. Сматываемся нафиг. С ними еще не хватало мне связываться. С карагорами, тем более один из них белый. А помните, да, в прошлой серии, что белые это намного сильнее обычных. Можно сказать, их не вожак. Ну что ж, где-то здесь должен быть уже артефакт. Погодите, тут у нас масло. Туда падать нельзя, иначе все, гибель. Не понял я маленько. Так, а как мне туда подняться? Ёлки-палки, нифига тут надо манипуляций сколько сделать, чтобы добраться. Так, я допрыгну до вот этой фигни. Допрыгнул, молодец. Дальше-то что? Дальше вот сюда куда-то. Теперь по канаточке. И все выше, и выше, и выше.
Не буду я вас трогать, не боитесь. Слушайте, а не здесь ли меня в последний раз вот этот босяра-то пришлепнул? Почему-то мне кажется, что именно здесь. Их тут было двое. Один из-под тишка мне топорик бросил. В принципе, из-за чего у меня персонаж погиб. Ну куда еще-то двигаться надо? Еще выше. Ладно, давай забираться по высоте. Блин, по-моему, что-то я неправильно сделал, да? Не туда, куда надо, что ли, попал я? Черт тебя подери. Да, получается ерунда, ребята. Ты хороший сделал прыжок, но не туда, блин. Подниматься надо опять, да? Прямо надо мной. Ну как же мне туда подняться-то, а? Вижу канатку одну. Неужели по ней надо? Так, ладно, это тогда мне надо двигаться туда аж. В самый конец. По мостику пробегать. Ё-моё, короче. Жестяк. Беги, беги, беги отсюда. Так, а это у нас что это такое? Отомстить? Настоящем бою. Так, лучник, ты достал меня в корень, если честно. Хотел его наказать, но почему-то начали мы запрыгивать тут, куда нам не нужно. Да слезь ты уже с этой херни, блин. Прицепился. Так, теперь мне почему-то артефакт не показывается. Вот он я. Так, выполните вендетту, пока он тренирует, и получите новое снаряжение. Да, точно, вот этот лох и есть, который меня подбил. А что я должен сделать здесь? Победите врага, флаг, истребитель Тарков. А где он? Я его не вижу. Это гнида, а? Иди сюда. Откуда вы тут набежали-то? Не было же только что никого. Напросился. Смотри, раб рабом, а с какой-то дубинкой бегает. Короче, мне нужно перебираться вот сюда. Понял все. Иди отсюда, пшел вон. Что? Нежданчик? Отлично, все, пока на мази. Да ё-моё, ну чё ты переключаешься сразу на другого? Я не понимаю вот этого вот. Мне нужен, блин, артефакт, ё-моё. Просто он вообще в другой стороне находится, а? Ты посмотри.
В этом задании вы не можете менять цель. А где Вендетта этот находится? Дайте мне его тогда обнаружить. Его даже не показывают мне почему-то, а? Очень-очень интересно. Блин, да это фигня какая-то. Я не понимаю, почему я не могу отменить вот это вот задание. В этом задании вы не можете менять цель. Так покажите мне тогда этого босса, где он находится, блин. А, погоди-ка, погоди-ка. Вот, я вижу какой-то черепочек. Кто тут вынюхивает чего-то? Так, здесь нету. Наверное, скорее всего, это он и есть. Вот тут где-то он. Еще ниже, что ли, получается? Ладно, давай еще ниже спустимся. Это не он там ходит? Поджарили, гада. По-моему, это он. Сейчас мы это проверим. Точно! Чмошник этот, а? Похоже, ты не понял. Мы все это уже проходили. Я истребитель Тарков. А это значит, что я убиваю Тарков. А ты Тарк. Ты гад, а? Хорошо, давай посмотрим, кто из нас Тарк. А я истребитель орков. Гори, урод. Ну что, урод? Да выделывался, блин. Ну давай, убей меня. Я все равно до этого тебя победил. Ничто этого не изменит. Ух, черт подери, промазал. Только не говори, что ты сматываешься. Не понял, куда он, где он? Фига он там бегать-то. Я не понял, куда он смылся-то? Это какой-то бред. Как он так мог быстро сюда мотануться, извини меня? Да это чушь. Так, лучник, ты меня раздражаешь уже, на самом деле. Все, взбесил просто уже. Блин, как же я так поздно нажал пробел, точнее рано. Лопухнулся, ничего не скажешь. Так, ну у нас тут еще одно задание есть все-таки, я смотрю, вот. Вот этот вот говнюк. Надо его, я думаю, уничтожить. А это мне опять придется подниматься наверх. К черту на кулички причем, блин.
Всем буду мстить. Так, давай поднимайся уже. А перепрыгнуть-то ты не можешь, что ли, гад, а? О, наконец-то. И какого фига я сюда иду, если он вообще вон там находится? Вот намудрят, а? Не зацеплюсь, не смогу. Не хватило силенок. Как вариант, ребята, у нас вот есть тут одна фишка. Мы можем перепрыгнуть с вами. Нам нужна канатка. Значит... Еб твою мать, все замудрят здесь до невозможности. Куда тут нужно запрыгивать? По какой херне добираться? Ну давай, 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 переползай. Запрыгиваем. Где он? Вот здесь. Вон он стоит, я его вижу, кстати. Сейчас у нас будет с ним бой. Что-то я не понял. Он что, спустился, что ли, ко мне туда? Точно. Да что ты там чудишь-то? Твои вопли станут такой сладкой музыкой для меня. Насчет тебя я не уверен. Сейчас мы посмотрим, для кого тут будет... Все кончено, уходим! Куда это ты собрался, эй? Колдун хренов! Да ты задолбал уже тут медитировать, блин. Ой-ой-ой-ой, он спрыгнул. Как я тут упал, а? Как вовремя. Так, он бежит к той башне. Ладно, надо быстрее перехватывать его. Одного я уже упустил сегодня, блин. Еще не хватало мне этого гада упустить. Так, спускается. Да спрыгни ты уже. Теперь он назад полез, а? Иди сюда, я тебя сейчас тут и встречу. Ты хмырь, а? Так, тут зато идут следующие. Куда ты там собрался, а, гнида? Чего? Чего? Что он сделал-то, придурок? Так, ладно, одного мы убили. Ты смотри, какой юркий, а?
Он еще и лучник. Без шансов. Ребят, вы видели? Тарк считал, что никогда не умрет. Но вот он лежит, распорот живот. Ах ты хмырь болотный. Вот это да, вот это поворот, ребята. Глук Барт меня убил. Так, боевые сводки, мне это не интересно. Мне нужно как можно быстрее отомстить ему. Или же выполнить какое-нибудь очередное задание. Смотрим, что у нас тут доступно. Отомстить. Ну, давай, наверное, я даже не знаю. Слушайте, я вообще могу отсюда переместиться в другую, например, эта война будет долгой, Талион. Мы соберем армию, мы найдем союзников, но Шелоб не одна из них. Шелоб, как и мы, хочет уничтожить Саурона. Палантира у нас нет, зато есть ее видение. Да, только что нам даст это видение? Пока ничего, как говорится, такого существенного нету. Так, наездник на драконе нужно, чтобы взять. Ну неужели вот сюда бежать, а? Хотя, в принципе, можно, но так далеко. Почему я не могу, например, вот сюда переместиться, да? Могу? Чё ж я раньше так не делал, а? Дурила. Тогда давай вот сюда переместимся. Отсюда уже начнем, как говорится, шуршать. Зачем я бегал по 2500 футов только? Ну-ка. Ага, флаг. Наконец-то я тебя нашел. У нас с тобой еще незаконченное дело. Что это такое, я не понял я. Осмотреть подсказку? Пир. Я не чую запах еды, которую они готовят, и рад этому. Искать на заставе Тарка. Решите, как поступить с врагом по имени Флаг. А что я могу здесь сделать? Странно. Искать на заставе. Ну давай посмотрим, где тут на заставе он. Черт подери, какой-то паук тут еще. Блин, он меня еще и травил. Да откуда у вас столько взялось-то? Блин, а мне нужно срочно каком-нибудь орк мне нужен. Ну, а с вами мы покончим. Я и сам поджарился. Но это все мелочи жизни. И я вижу здесь у нас где-то очередное задание. Вон оно, наверху. Только лишь допрыгнуть надо. Ну-ка. О-хо-хо-хо, ничего себе. Ур-бену бегун. Начинаем. Офигеть. Вот он, обманщик. Ты меня не поймаешь. Убить или того, или того. Третьего не дано. Нифига этот бегун, ты посмотри, как бежит. Несмотря на то, что он такой здоровый.
вот так вот сделаем. Минус один. Уничтожим свиту. Минус два. Ужас и трепет. Сбежал, так и не успев убить свою добычу. А чё он очканул-то, я так и не понял. Непонятно, почему он сбежал. Так, открыть навык. У нас с вами, ребята, новый навык. Чё будем изучать? Возмездие. Идеально выберите момент при проведении последнего шанса, и вы мгновенно убьете атакующего вас врага. Замечательно. Но у нас тут все равно кто-то остался. Что тут у нас за подсказка? Неподалеку отсюда орк разбил лагерь. Там он и мертв. Ну давай посмотрим, что он там. Мертв или умер? В этом оружии заключена тьма, а скоро эта тьма будет и в тебе. Да ты что, ты говоришь-то такое? Блин, он еще и лучник к тому же. Пошел отсюда. Тоже дуй. Сверху еще шмаляет. Давай, иди сюда, хламон. Ну что, толстый? Кишка тонка. Этот лучник достал меня уже. Так, осталось совсем маленько. Фига, он там еще какие-то бомбочки бросает. Готов, урод. Фух, одолели. А вот эта штука мне пригодится. Так, пошел-ка я наверх, нафиг этого лучника грохнул, он меня достал уже. Заодно подхилимся. Ну что же, с этими засранцами мы покончили. Где у нас еще миссия? Вот сюда надо сбегать. Пойдемте поставим маркер на этот. Точнее, там даже не маркер, а мы заберем сейчас артефакт. Вот он лежит здесь. Да-да-да-да-да, именно так. Чувак побежал. Ну что ж, забираем. Что тут такое? Щит. Ну-ка, Кальбримбор, скажи-ка мне про него что-нибудь. Истерлинги еще более странные, чем
Хардримы, но все равно подвержены слиянию Саурона. Че он пробормотал? Я не врубился ни шиша. И у нас тут осталось совсем ничего, ребята. Сделать вот здесь зачистку. В принципе, мы сейчас это с вами и будем делать. Пойдемте уничтожим статую сауроновскую. После статуи там сразимся с боссом, наверное. Чпок! И нет, чувачка. Так, и вот здесь нам осталось лишь добежать. Слушайте, я забыл, а как мы там с вами делали? А, на Г. Че, засекли? Да-да-да-да-да, пока вы тут ищете. Все, готово. Тревога вам тут не поможет. А вот и статуя. Так, поднимаемся и уничтожаем. Так, и следующий у нас здесь... Эта точка быстрого перемещения еще не открыта. Так, значит, надо открыть. Пойдемте-ка откроем ее по-быренькому. И заодно тут какой-то у нас шлемак. Перейдите в призрачный мир. Какого хрена? Ты был неосторожен, и теперь на меня ополчился весь Мордор. Ты гляди-ка, а? Его бесит, когда через него перепрыгивают. Разъярен. Черт, не успел, а нет, успел вроде бы. Чего еще и мухи тут кусают. Да сдохни ты уже, тварь, а. Толстый босяра. Видите ли, его бесит, что через него прыгают. Не гунди, старых мыль. Готов. Фух. Снафу. Закаленный. Что это такое? Взрывы какие-то тут. Смотри-ка, он еще предсмертные взрывы после себя оставляет. Так, забираем. А здесь-то что такое? Начать задание, Афадат. Ну давай, будем вспоминать, как он воевал. Да мы же уже делали это. 10 уроков этих победить. Не понимаю, зачем они мне все время одно и то же задание дают постоянно. Так, ладно, минус 2.
Минус два. Тут у нас лучник наверняка. Следующий стоит. Давайте его тоже грохнем. Еще пять осталось. Четверо. Иди сюда, урод. И последний. Последний где у нас тут находится? Вон он, наверху вижу я его. Ну запрыгивает уже шавка, а. Вы видите, я что-то нет. Вон он. Все, последнего осталось добить. И задание пройдено. Ну что же, неплохо. О, одно очко навыка. Это уже хорошо. Сейчас мы с вами изучим. Орки Мордора повинуются только силе и больше ничему. Это справедливо и для гномов с людьми. Хотя те убеждают себя, что они лучшие. Честь или возмездие. Да не буду я уже этот афадат делать. Мы сделали уже, хорош. Б. Предметы. Меч владычества. Интересно, что за меч владычества. Так, для начала надо изучить нам... Своевременные контратаки восполняет одну эльфийскую стрелу. А здесь что? Казнь на земле. Хераном. Ага, 13 уровень нужен. Ладно, хорошо, мы тогда сделаем. Этот у нас есть бросок. Здесь нажмите R, чтобы произвести мощный взрыв, оглушающий и временно ослепляющий врагов поблизости. История. Мне нужно выполнить какие-то задания, чтобы было подчинение. А здесь ядовитый щуп. Угроза смертью. Не, давайте мы, наверное, верхний с вами допройдем. Точнее, доизучим. Активное улучшение. Вы набираете мощь за каждое убийство, после которого остаетесь незамеченным. Ладно, хорошо. Так, я зашел в этот Ительдан, или что тут у нас? Ительдановые двери. Блин, нужно еще две. Так, одну я вижу. Вот он, маркер. А где вторая? Второй-то где Ительдан этот? Ну, жесть какая-то, блин. Не вижу я второго Ительдана, короче, ребят. Тут нам делать нечего. Здесь я ничего не смогу сделать. Пойдем хотя бы тот вскроем. Посмотрим. Последние надписи. Осталось всего две. Да заткнись ты, рейнджер, рейнджер. Да, рейнджер здесь. Горите. Я не понял. А почему? А почему я не мог взорвать их? То взрывается, то не взрывается. Как хотят, так себя и ведут. Дайте-ка мне стрел. Я вижу там стрелы наверху. Так, подождите-ка, а тут, по-моему же, у нас, помимо очков навыка,
Есть же шмотки вроде бы, да? Так, предметы. Меч. 8 уровня, 38 атаки, тут 37. Тут 38. Даже не знаю. Испытание для улучшения. Завербовать орка уровнем 15 или выше. Да. Что мы можем в лук воткнуть? Оружие. Так, увеличение урона на 10%. Давай. А это комплекты легендарные. Охренеть. Тут еще и комплекты легендарные можно делать. Опа-на. Редкая. Амук раздутый, это которого я грохнул. Конечно, надо эту броню брать. А как мне вот этот самоцвет? Что для него нужно? Нужно его, наверное, для начала найти. Потом можно будет использовать. Но, по крайней мере, у меня уже... А, это не легендарное, это эпическое, да ведь? Легендарное у нас синее. А это... А, редкое. Хорошо. И Тильдан здесь, вот здесь уже. 100 футов, вон он, на земле. Так, давай, открывай. Концентрируемся. Отлично, есть. No wait. No wait. No wait. По идее, должен быть еще один, но я его не вижу, ребят. Набег на пост. Это месть. И флаг у нас тут. Тут застава. Испытание. Граук. Давайте-ка вначале вот этого шлепнем. Дуц стена. Уж больно люблю я этих чувачков колбасить. Боссов. Но не нравится мне, когда если тебя... подбили, начинать все заново. Что такое? Что? Пока ее просто, вот что. Блин, я не понимаю, почему он не может взрывать? Вот, взорвать. Я же говорю, что, что можно было это делать. Все, погорели. А здесь у нас... Так, тихо, тихо, куда ты разогнался? Куда вы тут опять все встали, а? Лохи. Пора казнить нафиг. Отлично. Левый контур, чтобы схватить врага. Зачем? Вот так вот. Теперь мне нужно вон того вот хмыреныша-то подбить. Что? 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 Затрепыхался там. Ты пойдешь... Тебе не победить, у меня безупречная защита. Можешь сам себя зарезать, чтобы мне не трудиться. Ты уверен в этом? Поднимешься, нет? Смотри-ка, поднимается. Ай, дуралей. Давай, призываем помощь. Да сдохни ты уже, а!
Ну ладно, пока мои там войска дерутся, я хотя бы этих чувачков добью. Дайте-ка мне вот эти камни забрать. Самоцвет жизни, отлично. А это у нас обычный или какой-то голубенький? Самоцвет богатства. Дай, сейчас ты у меня сдохнешь. Пробел, пробел. Отлично. Гнида. Какой непробиваемый, а. В жопу кортиков набросаем ему. Ну. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Ага. Ну, что там запоешь? Нет, это еще не конец. Не конец. Как это он? Как это презирающий смерть? Бессмертный, что ли? А? Птичка. Это меня так не устраивает, ребята, а? Все. Да выделывался. Ого, что это у него тут за оружие такое? Молот войны. Где здесь стрелы? Я вижу стрелы, ну вот они. Давайте их возьмем. Так, где этот охламон тут, который стрелял в меня? Не вижу. Ладно, давайте следующее задание посмотрим. И это у нас будет застава. Ну, пойдемте глянем, что тут у нас за застава такая. К тому же не так уж и далеко она находится. Направляйтесь к стартовой точке задания. Неизвестный капитан. Пшел сюда, как говорится, да? Щенок заморский. Застава Ундурибалаш. Выманьте командира заставы, убивая его лучников. Только за радость. Эти лучники тебя не защитят, орк. Убить 10 лучников. Угу, понятно. Они помечены желтым, да, значит? Понятно, значит, неопределенные нужны. Не все. Блин, стрелы кончились. Надо как-то увеличивать стрелы. Это фигня все. 4 стрелы, это бред полный. Сильно много не расстреляешься, да, ведь, ребята? Ага, еще одного вижу. И еще один. Стрела последняя. Где мне можно взять эльфийских стрел, а? Слушайте, а не обязательно же их расстреливать. Я, наверное, могу и так их грохнуть. Готов. И еще одного. Отлично. Ничего себе, урод. Лучники мертвы. Хуже того, они умерли, не успев выпустить все стрелы. Слушайте, давайте-ка глянем, ребята, на молот войны. Че я бегаю с этим? С мечом. У меня же должно быть... Новое оружие. А где оно? А, вот. Ну, я его не вижу здесь. Странно.
Здесь тут... Кстати, подождите-ка, кинжал надо сравнить. Ой, 11 уровня есть, а я все с 5-м бегаю. Может быть, и лук есть помощнее. Ага, вот, смотрите. Редкая. Тоже редкая. Да, атака меньше. В общем, 181 лук пока у меня отличный. Можно так даже сказать. Так, броники, все. Ты смотри-ка, а. Этот будет покрепче. Капюшоны. 12 уровня капюшончик. Вот это шикандос. Завербовать орка из племени ужаса 20 уровня или выше, чтобы поднять ему уровень. Так, что тут за камень-то такой? Давайте лучше мы поставим вот такой самоцвет, да? Чтобы на 10% урон наносили больше. Что нам это богатство? Богатство — это фигня. Ну что, где там этот чепушило? Вон он бегает, 9 уровня, да, значит? Надеюсь, никаких проблем с его убийством у нас не возникнут. Ёлки ты палки. Чё-то их тут дофига. Мне бы стрелы, я бы кое-что придумал, ребята. Вон там вот лежат бочки, их можно было бы взорвать. Кстати, они тут возле костра, да, тусуются? Может быть, его можно как-то... Нельзя. Нет, там никакого костра, блин, вообще. И тут какие-то еще капканы. О, я даже не знаю, что делать. Давай вот так попробуем. Втихушечку. Черт, бдительный. У других следопытов были трюки получше, а теперь ты умрешь. Так, ну для начала мы посмотрим, кто у нас умрет здесь. Первый. Да елки-палки, сколько же вас тут набежало? Нет, мне здесь не справиться, по ходу дела. Отхерачат они сейчас меня здесь. Фак, а. Где стрелы? Дайте мне стрелы эльфийские. Я их вообще тут не вижу, чтобы они где-то были. Чтобы они где-то лежали и ждали меня. Ты посмотри, какая там армия, ё-моё. Хотя у него уже половинка хп. Так, тут еще и щитоносец. Ну-ка, прокатит или нет? Черт бы тебя побрал, гнида. Да куда ты переключаешься? Мне нужен этот дурлей, блин. Ну, давай, 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 добит. Убит, наконец-то, вот это хорошо. Блин, чуть-чуть не хватило до уровня. Так, закрываем. А что это они тут загорелись-то все? Хе-хе, я ничего не делал. Ладно, следующее задание, ребята, у нас здесь будет вот. Испытание Граук. Ух, да здесь вообще практически недалеко. Куда ты достал свой арбалетик? Он тебе не пригодится.
А вот и задание. Вперед покорять. Испытание Граук. Вражеский капитан проходит испытание. Бой против огромного Грауга. Награда 1000 экспы. Начнем. Граук большой, но не может ходить быстро, не может думать быстро, только умирает быстро. Фига тут. Убить орка по имени... Так, понятно. Черт подери, вот этот Граук мне не нравится, что здесь тусуется, он мне будет мешаться. Отвлекем, пускай бежит за мясом. Бежит, нет? Хрен там, куда он бежит. Так, вас мухи покусали, да? Что ты такой заплакал здесь? Ты смотри-ка, сейчас Граук его просто размажет здесь. Ну давай, 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 убивай его. Четко. Раздавлен. Так, теперь мне самому главное убежать. А то он на меня переключится. Погиб на своем испытании. Так, а мы с вами получаем очко навыков. Закрываем и сматываемся отсюда, потому что этот... Граук может такого нам жару здесь задать. Все, 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 успокойся, нет меня, я спрятался. Ой, тебя-то, родной, я не увидел. Так, повышаем очки. Точнее, новые скиллы изучаем. Добивание на земле. Казнь на земле. Давайте изучим. Левый shift плюс левая кнопка мыши. Запомним, наверное. Так, и следующее задание у нас какое тут? Тут уже почти не осталось заданий, ребята. Все выполнили. Код пика. Тут у нас месть. Испытание Карагор. Мы же вроде проходили его. Третье, да, получается? Вот это надо сделать. Флаг этот. Так, выманьте командира заставы, убивая его ологов. Ну, давай вот это вот, наверное, сделаем. Тогда нам надо переместиться вот сюда. Черт, а для этого нужно сюда перебежать. Хотя можно и добежать не так уже далеко, там 1300 футов. Почти-почти в цели. Такое ощущение, что я бегу немножко не туда, да, ведь? Гриша Забияка. Пойдемте тогда, наверное, к Грише Забияка, блин. Зовут же, а. Нету здесь никого. Прощай. Мне нужен Гриша Забияка. Вы не видели здесь? Вот он. Вот он, Гришенька. Как мне тебя тут найти-то, а? Ух ты, смотри-ка, вот он. Гриша. Гриша. Но этот Гриша-то, ребята, не один. У него тут
Карагоры находятся с ним. Да ты будешь за... Так, дозорный. Ладно, давайте-ка мы, наверное, вот здесь его... Ёп, просто это еще свита прибежала. Чего ты, Гришенька? Расстроился, бедный. Хе-хе-хе, готов раздавить меня? Как гнилой фрукт? Да шрах тебя бери. Я твои внутренности сделаю наружностями. Да их тут что, двое что ли, да? А вот это, ребята, очень печально. Чего там его бесит, когда через него прыгают? Йо, просто пора сматываться, ребята. Да ты будешь выходить отсюда, дебилоид. Так. Отлично, хотя бы так. Так, здесь бочка, ребята, это меня может спасти на какое-то время. Да будешь ты запрыгивать. Ну, что, не нравится вам? Ублюдки. Йо, Халамена, да сколько же вас тут? Его бесят раны. Ничего, мне тут делать не надо. Мы еще встретимся. Ага, он сматывается, собрался, да? Да дайте мне пройти-то. Да фак, а. Мне нужно даже во что бы то ни стало догнать того хмыря, который у нас отступает. Давай, 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 быстрее, быстрее, нагоняем его. Ну что? Продолжаем разговор, блин, уродец. Ну, да сдохнешь ты уже или нет? Отлично. Ух. Ловкач. Да ловчился. Так, а теперь мне нужно восполнить ХП себе. Тут как раз есть чувачок, который мне нужен. Готов. Так, лучник поганый. Я думаю, кто мне там все время мешает, а? Это лучник, значит. Ну все, сейчас мы с ним расквитаемся. Отлично, ребята, ну а теперь добиваем и вот этого вот чувачка, Гриша Забияка, блин. Мы, как говорится, с ним еще не завершили. Гриша, ау, ты где? Я иду по твою душу. Да ты будешь спрыгивать, да я не понимаю. Ага. Да выделывался.
Так и хотят меня отвлечь от Гришеньки. Так, где вот Гриша этот? Прям по курсу где-то. Я тебе сейчас, блядь, дам килью. Так, надо кого-то здесь умертвить, мне кажется. А лучше их желательно всех. Ну, чё, никто не хочет Глефой получить? Блин, а Гриша-то восстановил себе здоровье, я посмотрю. Я здесь. Иди сюда. Человеческое отродье, вломлю тебе так сильно, словно Граук своей лапой. Фига он самоуверенный. Его бесят раны. Ты смотри. Ты смотри, что вытворяет. Да ты дашь мне... Ага, Е, значит, надо нажимать, чтобы оглушить дикарей. Черт, эти... Блин, паучье это тут еще. Давайте, отравляйте. Ну не меня только отравляйте, естественно. Отлично, смотрите-ка. Паучки. Отравлен, Гриша Забияка отравлен и сдох. Как все удачно сложилось для меня. Только лишь плюс. Так, мы здесь с вами расправились. Ух, совсем ничего не осталось. Неизвестный капитан. Неизвестный капитан. Еще этот бард меня бесит. Так, ну что, ребята, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами закончим игру. И уже встретимся в следующей серии и продолжим играть во Властелин колец Средиземья, вторая часть. А на этом все, всем пока и до скорых встреч.